Кто это? А, она? Это моя сестра. Правда? Я не знала, что у вас есть сестра. Сперва я решила, что это ваша подружка. Нет, у меня нет. Эмма была гениальным программистом. Она написала вирус, разрушивший Arsenal Gear. И тогда Вамп убил ее. Я сожалею. Нет, тебе не за что извиняться. Или мне. Я был анимешником Атаку. О, так вот откуда произошло Атакон. Я с детства был очарован фантастическим аниме. Это определило, чем я стал заниматься. На самом деле, все было не так просто. Я даже не представлял себе, что наука, мои собственные исследования могут вызвать столько страданий. Я не хочу сказать, что мы наукоголики, служители сатаны или что-то вроде того. Но даже если нами движут самые лучшие намерения, все кончится тем, что другие люди используют нас во зло. Доктор Эмерик, я... Видишь? Санни помогла мне построить его. Правда? Санни помогла в этом? Мы создали его, используя сверхсекретные документы и патенты, выкопанные в локальных сетях исследовательских лабораторий. По правде говоря, Санни в этом разбирается куда лучше, чем я. Но она же всего лишь ребенок. Это она взломала защиту твоего письма. Ничего себе. Я думала, это были вы. Санни была похищена патриотами сразу после рождения. Она никогда не видела своих родителей. Все свое детство она провела в сети. Поэтому у нее проблема с дикцией. Компьютер и ее дом. Она видела мир снаружи только на экране. Она все время там, в сети, в поиске своей семьи. Она пытается найти ответ на вопрос, кто она и откуда она. В поиске себя и своей семьи. Она верит, что может найти все ответы во всемирной компьютерной сети. Она проводит там каждый день в исследованиях. Для Санни это дом. Нет, не должно так быть. Что? Пора позволить ей выйти наружу. О чем ты говоришь? Она даже еще не родилась. Она словно все еще в утробе матери. Она должна жить настоящей жизнью. Но Санни никогда даже не проявляла желания покинуть Номад. Честно говоря, я волнуюсь о том, что может случиться с ней снаружи. У меня такое чувство, что все у нее будет хорошо. Ты действительно считаешь, что снаружи ей нечего бояться? Я немного неправильно выразилась. Я думаю, что у нее выдающиеся способности к науке. А, ясно. Продолжай. Что? Ты хотела что-то сказать? Ах, да. Вы не возражаете, если я буду помогать Санни с готовкой? Конечно нет, действуй. Но все, что у нас имеется на борту помимо армейских пайков, это яйца. Нет. Оставьте так. Без них вы симпатичнее. Ты так думаешь?
Доктор Эмерик? А? Ничего, если я лягу там. Прошу прощения. Ладно, доктор Эмерик. Я знаю, иногда об этом легко забыть, но я все же женщина. Вы понимаете? Извините, но я... Может, это показаться эгоистичным, но я хотела бы побыть одна некоторое время. Конечно! Я понимаю. Я провожу вас. Спасибо. Спокойной ночи, доктор Эмерик. Да. Если что-нибудь понадобится, просто дай мне знать. Я еще поработаю. Спасибо. И... Да? Зови меня Хэл. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Хэл.